К новостям культуры. В преддверии закрытия театрального сезона в Русском драматическом театре состоялась премьера. Комедия-фарс «Палата бизнес-класса» по пьесе московского драматурга Александра Коровкина. События в ней развиваются с головокружительной быстротой, а нелепость и узнаваемость ситуации заставят зрителей не только посмеяться, но и задуматься. На премьере побывала Веринея Лихачева. Так это была врач. Она меня оперировала, зашла проверить. «Палата бизнес-класса» – это современная история с узнаваемыми персонажами. Комедия положений в лучших традициях жанра. Я комедии пишу давно, и, как правило, они все выстраиваются. Вообще вся драматургия – это такая математика. Нужно знать количество определенных формул, и, умея манипулировать этими формулами, возникает сюжет. Герой пьесы – высокопоставленный чиновник, который попал в больницу и выбит из привычной колеи. Но и здесь он сохраняет статус столь важной персоны и даже пытается втайне провернуть крупную финансовую сделку. Но обстоятельства бросают его в самые неожиданные и курьезные ситуации. Погодите. Лицо ваше знакомо. Вы не актер? Боже упаси! Ну почему же? Я вот заслуженный артист и ничего. Бывает! В комедии должен быть ансамбль актерский, чтобы с полуслова, с полувзгляда понимали друг друга. Это самый тяжелый жанр, потому что рассмешить людей намного сложнее, чем заставить плакать. Театр вообще любит комедии, и театр жаждет комедии. К сожалению, в этом жанре сейчас мало кто работает у нас. Я люблю этот театр. До 18 лет я прожил в Уфе. Я коренной уфимец, родился здесь. И наконец-то вот впервые Уфимский театр обратил на своего автора, блудного сына, внимание. В данном случае это не просто комедия положений, но она затрагивает очень острые темы, которые сейчас волнуют, я думаю, каждого жителя не только нашей страны, но и, в принципе, мировой общественности. Это и коррупция, и все остальное. Поэтому если все получится и найдется тот самый камертон, то мы надеемся, что все прозвучит очень хорошо. Что с вами случилось? Косметическая операция. Да? Совсем незаметно. Веринея Лихачева, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ.